город Саров, мы официально начинаем! Старт турниру дал вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев и его коллеги по этой спортивной субкультуре Владимир Тюханов и Наталья Малеева. Гости выступили также в роли судей на первом в нашем городе атомном воркауте, цель которого – увлечь современную молодежь доступным спортом. Для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, для того, чтобы люди стремились к самосовершенствованию, укрепляли свое тело и свой дух. Перед началом соревнований гости турнира показали саровчанам мастер-класс по различным направлениям воркаута – стритлифтинг и фристайл-бар. Михаил Китаев покорил зрителей и участников показательными выступлениями, главным элементом которых стали отжимания. Это является неотъемлемой частью воркаута. Это базовые упражнения, которые развивают вашу силу, выносливость. Участники соревновались в силовом двоеборье, подтягивании на турнике и отжимания на брусьях. Судейская коллегия строго следила, чтобы упражнение было выполнено правильно и не давало никаких поблажек спортсменам. Воркаутом молодежь нашего города занимается уже несколько лет. И принять участие в турнире решили более 20 юношей и девушек различного возраста. Нельзя не считать это модным, когда посмотришь на тех людей, которые это показывают. Это действительно красиво, это действительно модно, это стильно, это современно. И этим хочется заниматься. Соревнования «Атомный воркаут» на Икаре превратились в настоящий праздник физкультуры и спорта. Рядом с площадкой для уличных гимнастов юные спортсмены Центра внешкольной работы предлагали всем желающим попробовать свои силы в гиревом спорте, армрестлинге и аэробике. Первый турнир показал, что у воркаута в нашем городе есть будущее. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.